канал Сырый Фокс. Сегодня пришли в Старосырово. Будем пытаться ловить опять карася. Плотвичку. Вчера был на Десне. На Десне клюет уклейка. Но размером не кондиция. То есть не пойдет она никуда особо. Вот. Ловим на поплавочной удочке. Кормим пареным перловкой, пареным горохом. Ловим на опарыша, червя, белый хлеб. Ну и болтушку, соответственно. Посмотрим, что из этого получится. Что-нибудь даже поймаем. Все, погнали. Что, народ, отсидел я 2 часа ровно. За 2 часа было буквально 2 поклевки на 3 удочки. Перепробовал разные дистанции ловли, перепробовал разные насадки, перепробовал разные комбинации, бутерброды. И в итоге ничего интересного нету, вообще ничего нет. Народу сегодня суббота, 31 августа. Народу на водоеме вообще никого нет, только я один. Как я и понял, в принципе, с утра, то, что рыба не активна, она вообще не клюет. Не подает признаков какого-либо активности. То, что она не подходит ни на корм, она не подходит ни на новые насадки, ни на активные, ни на пассивные, ни на растительные и разного рода. То есть рыба, в принципе, я не знаю, что произошло, но рыба не активна, она не клюет вообще. Сейчас я попробую подняться наверх, там есть небольшой прудик. Там есть плотва, вроде бы, видел я ее. Попробую там постоять чуть-чуть. И попробую спуститься вниз. Посмотреть на плотине, половить. Это здесь же Старосырово. Ну, посмотрим, что из этого получится. Если получится, то, в принципе, было бы неплохо. Хотя бы хоть что-то поймать. Это понятно, то, что все будет утапливаться обратно. Но, тем не менее, половить. Ну и попробую внизу. На плотине попробую. Там тоже плотва, говорят, очень-очень много. По слухам. Посмотрим, что будет дальше. Ну, времени у меня еще в запасе, часа полтора есть. Попробуем, там видно будет. Погнали.
вот закончил я рыбалку, перешел я на третий водоем по количеству. Отловился здесь, на верхнем пробовал. Там, оказывается, запретка. Пришлось сматываться, уходить на нижний. На нижнем поймал 8 плотвичек на болтушку. Ну, в принципе, все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока-пока.